центре города теперь станет меньше. Сейчас мы находимся возле краевого правительства, и посмотрите, какое непривычное зрелище. Подсказка: парковка перед зданием абсолютно пуста. Сотрудники ГИБДД установили здесь знак «Стоянка запрещена». Причем действие этого знака по правилам дорожного движения распространяется до следующего перекрестка. А здесь, обратите внимание, такой знак приделали каждому столбу. По-моему, это доказывает решимость дорожных полицейских. Вот так покончить с вопросом стоянки возле здания краевых властей. На месте ранее разрешенной вип-парковки непривилегированные авто инспектора и ГАИ отсылали отсюда подальше. Месяц назад представители ФАР официально попросили краевое ГИБДД объяснить, почему здесь закон не для всех. Дорожные полицейские фаровцам и нашим зрителям терпеливо объясняли: это просто эксперимент по организации движения в центре города. Заодно пообещали, скоро знаки исчезнут, а пока автовладельцы могут без последствий оставлять свои машины. Интересно было, что же они придумают взамен. Придумали. Замечу, что наша съемочная группа возле здания краевого правительства дежурила 1,5 часа. Ну так, на всякий случай, чтобы посмотреть, не дают ли обладателям определенных номеров какие-то преимущества. Например, стоять здесь больше положенного по закону. Но признаю, пока автоинспектор запрещает стоять здесь долго абсолютно всем. Без исключения. То есть после шумихи в СМИ и Рунете власти с автоинспекторами нашли Соломоново решение. Ни себе, ни людям. Парковок в центре не прибавилось. Зато и кто попало, не сможет ставить машины возле администрации. А главное, все по закону. Впрочем, один плюс все-таки есть. Участок в городе смотрится отлично от других. Сегодня весь день мы пытались выяснить у сотрудников госавтоинспекции и властей, кто был инициатором установки этих знаков, почему выбрали именно их. Выяснили, оградить краевую администрацию от ненужных авто решили на заседании региональной антитеррористической комиссии. Однако это неофициальная информация. Официально никто ничего не комментирует. Долгожданное лето в Красноярск придет задержка.